Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях поэт, автор 5 поэтических сборников стихов, член Союза писателей России, член литературного объединения «Звенигорье» Надежда Александровна Эверт. Добрый день, Надежда Александровна. Добрый день. Очень рады вас принимать в нашей студии. Хотелось бы сегодня, конечно же, поговорить и о вашем жизненном пути, и о вашем творчестве, о вашем уникальном литературном жанре, который вы создали, в котором вы тоже работаете. Но давайте обо всем по порядку. Вы почетный работник высшей школы, лауреат Всероссийского конкурса научных учебных изданий, профессор педагогики. И вообще системе образования и воспитанию посвятили очень много лет своей жизни. Да. Расскажите о себе, Надежда Александровна. Ну, мне было 5 лет, и я сказала, я буду учительницей начальных классов. Хотя воспитывалась в семье потомственных врачей. Поэтому были все удивлены очень. А почему такой выбор? Вот кто-то был рядом из педагогики, воспитательница, возможно, вас вдохновила. Почему именно учитель? Первоначально непонятно от чего. Зов, что называется, души. А когда я пришла в первый класс, с первых дней влюбилась в свою учительницу первую, потому что я окончательно поняла, что буду только учительницей. И по ступенькам поднималась. Учительница начальных классов, учитель русского языка и литературы, ассистент кафедры педагогики и психологии, доцент кафедры педагогики и психологии, профессор, заведующая кафедрой педагогики и психологии. Так вот постепенно набиралась профессионализма. Надежда Александровна, а вот в какой момент вы почувствовали, что ваш опыт, ваши знания вы готовы перенести на бумагу? Потому что в огромном количестве, конечно же, безусловно, помимо поэтического творчества и литературного, вы очень много создали научных трудов. Во мне как-то одновременно существовало два начала. Писателя. И поэта. Писателя первоначально, так я как-то не осознавала себя поэтом. И учителя. И вот так по жизни они рядышком и шли. В 7 классе я написала первую свою книгу. «История села Брагина». Интервью брала у старожилов. Оформила это в альбоме с фотографиями, воспоминаниями старожилов, приукрасила альбом. И спустя 7 лет приезжала в школу, книга на видном месте в музее школы лежала. По окончанию вуза я была направлена, ну, тогда по направлениям мы распределялись, я была направлена очень далекое сибирское село. И поскольку там не было директора школы, меня назначили. Мне было где-то 22-23 года. Приехал молодой директор школы. Сразу же. Но не было страшно? Вот вообще вот за все эти годы никогда вы не разочаровывались в выборе своей профессии? Не было желания, может быть, ведь были разные периоды и разное время, поменять профессию, уйти из образования? Вот как раз, когда я работала в школе, учитель русского языка и литературы, директор школы, я активно сотрудничала с газетой районной. И была в качестве субкора, внештатного корреспондента. Очень любила писать очерки о людях труда, участниках войны. И меня пригласили работать в газету. Одновременно пригласили меня и в аспирантуру. И я выбрала аспирантуру. Я поняла, что во мне больше педагога, чем журналиста. Хотя успела написать 8 книг учебно-методического плана. И 5 из них были рекомендованы вузом России, получили гриф УМО, у нас это высокая
заслуга. На протяжении всех лет работы в ВУЗе, да и в школе, я постоянно проводила либо этические беседы, организовывала какие-то кружки, клубы. В ВУЗе постоянно действующий клуб, больше 30 лет. Дискуссионный клуб работал при совете студенческом. Ну, у вас как-то вот это воспитательное направление, нравственность, воспитание, оно всегда превалировало. То есть даже ваши стихи, они учат, вот написано, ответственности, уважительности, скромности, честности, терпению, жалости, совести, добру. То есть вот все те нравственные качества, качествам, которые сегодня почему-то, по каким-то причинам отходят на второй план, к сожалению. Ну, вот потому что воспитание ушли на 20 лет из дошкольных образовательных учреждений. Ну, я имею в виду, системность воспитания ушла. И, но это никогда не оставалось в стороне, но всегда в жизни на самом деле актуально, востребовано было. А почему нужно быть ответственным, уважительным, честным, скромным? Добрым, порядочным. Вот у меня где-то в стихах есть, чтобы не остаться на краю. А давайте найдем и прочитаем. Чтобы не остаться на краю, про запас, чтобы не прожить нам жизнь свою бесцельно. И вот я в своих книгах призываю к этическому взрослению. И несмотря на то, что одна книга у меня «Этики в стране поэтики», «В руке этики». Это книга для начальных классов. А «Юность» – это, юность, казалось бы, «Юность» – она в поиске. Есть? «Юность» – она в поиске. Вопрос задаем. Всегда ли наше юношество находится в поиске? На самом деле они все пронизаны одной идеей. Человек в своей жизни должен прозреть и найти в себе светлое начало. Вот третья книга, ее, к сожалению, я не принесла, она у меня в рукописи, готовится к изданию, так называется: «К себе светлому спешу». Да, вот. Поспешать надо. К сожалению, не ко всем вот то самое прозрение, оно приходит вовремя. Бывает, что на это уходит целая жизнь, и потом, оглядываясь прошлое, становится грустно. Не приходит вовремя по одной вот такой прозаической причине. Природа отпустила нам на это вот вход в пространство самоопределения, творческого самоопределения, которое сегодня актуально просто становится, максимально актуальным. Век технического прогресса в условиях акселерации, интеллектуального взрыва, но это просто обязательный. Проявлять себя созидательно, творчески, в социокультурном плане, это надо успеть во временной отрезочек сделать. И это до 12 лет. Если до 12 лет ребенок не успевает войти в пространство развития самовоспитательной потребности, то он будет подвержен опасности вот в этот взрывной возраст физического, психического ускоренного возрастания, да и юношество, не имея платформы, будет долго определяться в своих предпочтениях. Он будет бояться, как это и случилось с нашим поколением, вступить в семейные отношения, родить и воспитать ребенка. И это продолжается очень долго, а когда 40 лет, годам он уже к 40 годам он уже понимает, что что-то не так. Бывает иногда поздно. Надежда Александровна, ну как все-таки построить вот эту самую платформу? И что должны делать родители, чтобы успеть вложить в ребенка до 12 лет все самое светлое, доброе, чистое, нравственное и правильное отношение к миру, понимание себя в мире, чтобы действительно и ребенку потом было легче? И, в общем-то, в масштабах страны, да и планеты в целом, мы получили настоящего человека. Спасибо большое за этот вопрос.
Вы меня приблизили к основной теме разговора нашего. Воспитание образа добра происходит в семье. И родители это воспитывают, этот образ добра, способом жизни, способом мысли. Но этого недостаточно. Чтобы укрепить вот этот социокультурный стержень, нужна еще система воспитания. Чаще всего, особенно наши подростки, попадают в трудную ситуацию, потому что не осознают, а что такое честность, что такое доброта. А чем отличается добро от лицемерия? Мы же там так проявляем высокий, казалось бы. А чем отличается щедрость от милосердия? А что такое достоинство? И вот эти понятия, к сожалению, не всегда держат и учителя. Потому что отдалены от этого очень важного понятия этическое воспитание. Это целостная система. И в ней надо достигать особых вершин мастерства. Пожалуй. Ну а как же все это вот применить и переложить, и перенести на обычную семью, на самые простые взаимоотношения между родителями и детьми, между женой и мужем, между матерью и сыном, например, между братом и сестрой? Как вот это сделать вот именно в практическом применении? Вот на самом деле, когда я вдруг все-таки решила написать послание внуку своему, вот на этот счет, я поняла, что надо говорить с нашим сегодняшним поколением кратко, четко, емко и афористично. Потому что большие толстые книги читать мы не всегда успеваем. Наш спешный век, мы не успеваем это делать. Давайте прочтем вот что-нибудь, да. Надежда Александровна. Давайте уже порадуем наших телезрителей. История. Лень бродила по дорогам, забрела в дом ненароком. В выборе была недолгом и осталась в нем надолго. В играх шумных развлекала, веселила, забавляла. А перечить ей, друзья, отказать никак нельзя. Как прекрасно, счастлив я, все прикольно, вуаля! Я пропускаю много очень здесь, но вдруг понимает мальчик, что он ничего не успевает сделать. Все прекрасно-то, конечно, это хорошо. И он говорит... Лень сковала по рукам и ногам. Да-да-да, лень сковала, там так где-то и есть. Миг я читала. Да, миг подался твоей силе, с неохотой читал, без желания усилий, все уроки выполнял, ничего не успевал. Лишь коснулась лень меня, стал несобранным весь с ней я. И сказал ей, ты помеха, видишь, мне уж не до смеха. И от нашей дружбы лень, неприятности весь день. Все, довольно, прочь скорей, сказал мужественно ей. Возражать ты мне не смей, от тебя устал, поверь. Взял и выдворил за дверь. Как с подружкой простился, но старательно трудился. Без нее прожил 3 дня, лень забыла про меня. То есть история, а самое главное, что в этом стихе, почему я с него начинаю, здесь проявляется не просто осознание вот этого качества и переложение его на себя и внутреннего вот этого вопроса, а какой я? Если бы мама сказала, ты ленивый, это было бы горько и обидно. А здесь как-то вот нет, он прозревает. Но он же вот понимает, что это неправильно, да, что-то ему вредит. Факт прозрения что, наступает. Что минусов благодаря лени стало гораздо больше, а плюсы резко уменьшается их количество. Поэтому нужно что-то делать срочно. А самое интересное, что даже если бы никогда ребенок не догадался сказать «довольно, прочь, скорей», предваряет эта строчка. Я ввожу в стих и создаю ситуацию сопричастности.
Ребенок не умеет еще задавать вопросы. Вот так вот сам осмысленно побороть себе эти негативные проявления. И я ему как бы вот так из-под воль подсказываю. А может быть так? И ребенок охотно соглашается с этой трактовкой и в конце концов приходит к счастливому выводу. Но что здесь особенно позитивно? То, что он проявляет самость. Он говорит, все, и выдворил за дверь. Вот это, этого и добивается в целом каждый стих, который здесь вот находится. Надежда Александровна, вы часто проводите беседы в школах, встречаетесь с ребятами. Вот какой отклик вы находите в них, когда они слышат ваши нравственные стихи о нравственности, об этике? Да, очень удивительно. Что они вам в обратную связь говорят? Казалось бы, как им все это неприятно. У меня есть там строчки, но что же эти взрослые такие несносные? Все спрашивают, ты поел, ты попил, книгу прочитал, записал. Но когда читаю вот эти стихи, и мы с ними обсуждаем, особенно вот на выводах останавливаемся, интересно, делимся впечатлениями уже по прочитанному, они проявляют огромный интерес. Надежда Александровна, собственно, когда приезжал Андрей Робертович Иванов в Звенигород и встречался, ну, не только, безусловно, с членами ЛИТО Звенигорья, но и с другими интересными людьми этой богатой земли, было принято решение о том, что будет выпущена книга, куда войдут стихи сразу трех авторов, в том числе и ваши. Вот насколько это действительно важный шаг, как вы считаете? Ведь самое главное, что не просто книга выйдет в свет, она и так уже напечатана, да, издана, да, а именно, что каждое издание попадет в дошкольные образовательные учреждения, в школы нашего муниципалитета. Я думаю, что это счастливый случай для поэтики, поэтов, для меня. Я счастлива. Если вдруг окажусь наряду со своими замечательными коллегами-поэтами вот в этом общем сборнике. Ну и, наверное, самое главное – это ведь счастье для детей и педагогов. Это... Где ваши книги вот сегодня можно найти, достать, купить? Это возможно сделать? Ну, в принципе, да, только... Ну, наверное, не в таких масштабах, да? Да, и средств недостаточно, и... Аудитория не всегда вот предоставлена нам. Это, конечно, усложняет процесс. Но в такой ситуации нахожусь я не одна. Мои замечательные коллеги по перу. Это вот группа наших детских поэтов. И Ольга Шкелева, и Людмила Александровна Семенова. И мы будем, я думаю, все очень рады, если вот такая... возможность нам представиться. Ведь все-таки, наверное, для поэта, для писателя ведь самое главное не просто издать книгу или сборника, ведь самое главное быть услышанным. Да. Чтобы плоды не просто остались на бумаге, да, а они вошли в сердца людей. Да, конечно. Мы каждую строчку выстрадали, каждое слово полюбили. И хочется этим опытом поделиться. Надежда Александровна, а есть ваши самые любимые стихи? Если ты в душе сберег свет добра и красоты, значит, мир у твоих ног. Значит, друг, богатый ты. Разбери, что в жизни главное. Если восхищают равно красота высоких звезд, трепетная грусть берез, пестрых дятлов перестук, их ритмичный стук, если разум твой пытливый, значит, ты уже счастливый. Если видишь красоту даже в малом пне корявом, я счастливый, я расту, хочешь крикнуть небесам, почему не знаешь сам? Я полнеба обниму, красоту к себе прижму, значит, человек красивый, и поверь, друг, ты счастливый. Коль взволнован, рад тому, что тебя так поразило, удивляешься всему, и что зримо, и незримо. Если хочешь с собой взять свою память, записать речки тихой переливы и закат неторопливый, значит, ты уже счастливый.
То есть это вот стихотворение, где сплетаются вот эти две очень важных смысловых как бы концепции. Что такое счастье, это философская категория. И а что в нашей жизни красота? Ну, мы знаем известное, красота спасет мир. А я где-то в стихах своих говорю, доброта. Ну, вот такой стишок. Что же мир наш украшает? Любовь, совесть, красота. Что в миру нас возвышает? Устремление, высота, мудрость, жизнеориентир. Если так, ну в чем же дело? Внешним видом, словом, делом украшай собою мир, полный красочных картин, и иди по жизни смело, человек и гражданин. Надежда стиха. Александровна, но помимо уроки этики в стране и поэтики, есть еще сборник «Юность». Но смысл все тот же. К себе светлому поспеши. Хотя здесь проблемы уже. Вот в этой книге «Юность, она в поиске». Это повествование, целостное повествование. Это книга, это не сборник стихов. А об отношениях отцов и детей. Это о проблемах семьи, о значимости отношений, о способности детей и взрослых, родителей, вступать корректно, с любовью, пониманием в отношения, развивать эти отношения, а главное, вместе с ребенком идти к прозрению, к сближению, к прозрению. И если тут истории были, то здесь уже у нас события вообще символического значения. Символы, образы, случай на реке, встреча с детством, опасность и быкование. И вот такие вот уже трамплин. Ну, трамплин – это поддержка родителей. А вот это опора, вернее, родителей. А поддержка – это взаимопонимание. Это умение слышать друг друга, отражать друг друга, отражаться друг в друге. И отражаться своими лучшими качествами. Любовью, добротой, ответственностью. И в конце где-то там через размышления автора все дается обязательно в качестве вывода третейского суда. Опорой для детей служит умение родителей любить их, безусловно, такими, какие они есть, но не их пороки. Да, вот эта книга написана в связке, в союзе поэтики и прозы. И то же самое вот назначение, как можно скорее вести детей, юношество, вернее, проблемы бытия, сложный мир взаимоотношений и понять, кто мы, как я уже сказала, куда идем, зачем. А самое главное – понять, что ответственность не только родителей за детей, но и детей за родителей остается неизменной на все века. И они приходят к такому выводу – ответственность дана нам на двоих. И в прозрении отца, и в прозрении сына. Это путешествие, это путь к прозрению, это путь выхода из трудных, затруднительных ситуаций, когда казалось бы, что все потеряно. Отец страдает от того, что семья как-то параллельна, вернее, он живет параллельно с семьей. И мальчик об этом говорили, мы с тобой не дружили, отец. Поврозь с тобою жили. Мы врозь с тобою жили. И состоялся трудный разговор после страшной, можно сказать, почти трагической ситуации на реке, на рыбалке, когда им пришлось спасать уже друг друга. И он сказал, любви заряд
нас спас, любви заряд нас спас. И там они поняли, как они дороги друг для друга, как они любят друг друга. Надежда Александровна, над чем вы сегодня работаете? Все оттачиваю эту книгу свою, хотя она у меня уже написана и готова к изданию, но я так думаю, что я ее буду потихонечку еще наращивать новыми какими-то мыслями, суждениями. Надежда Александровна, вот хотелось бы вас, конечно, попросить рассказать несколько слов сказать о литературном объединении «Звенигорье», как вы вступили в него, как произошло ваше знакомство и с Георгием Петровичем, и с другими поэтами, писателями. Я хочу начать ответ на этот вопрос с того, что мне просто посчастливилось, не знаю за что, такой подарок, что я оказалась в Звенигороде. Вот город, пронизанный творчеством, поэтикой. Это город, где творили известные очень люди-то, и Чехов писал свои картины «Левитан», и здесь Толстой был, не раз бывал. И ну, вот просто дышит творчеством, поэтикой сама земля звенигородская. А пришла я в Звенигорье тоже как-то случайно. Большое спасибо Татьяне Ивановне Васильев за то, что она меня пригласила на одно из заседаний этого замечательного клуба «Звенигорье». Я счастлива. Я не чувствую себя одинокой. И главное, что встретилась с людьми, единомышленниками, творческого духа, дыхания, как я говорю. А Георгий Петрович, он заслуживает книги «Жизнь замечательных людей». О нем надо писать и писать. Это уникальная личность. Это высокого достоинства человек, замечательный организатор, и, как я уже говорила, психолог. Психолог от рождения. И он умеет сплотить коллектив, а главное, как-то вот чувствует, куда нам идти, и как нам подниматься, и как крепнуть. И вот сегодня он уже дал нам возможность выйти на общественность. Я благодарна и Звенигорью, и лично Георгию Петровичу. Надежда Александровна, но в завершении программы, конечно же, не отпустим вас без стихов. Что бы вы прочли? Ну, поскольку я уже немножко прикоснулась к стихам из книжечки «Уроки этики», тогда я из юности прочту. Чарует слух мне поэтичность слога, когда созвучи вдохновенно, строго, слов кружевная вязь волнует и пленит, готов тонуть в них бесконечно снова, бирать непостижимых тайн основы и верить, в этот миг проблема отболит. Слегка коснутся струн моей души, и музыка играет, а чувство, задремавшее в тиши, в ней радость пробуждает. Еще ценю в словах я смыслы, глубины их нас держат на плаву, в них торжество и светлость мысли. С высот небес они сойдут, пред ними преклоню голову, во след им к истине иду. Спасибо вам большое за ваше творчество, за беседу. Я думаю, что нам есть о чем поговорить еще. Спасибо большое. Я буду рада встретиться еще раз с вами. Спасибо, Надежда Александровна. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.